Спонсор проекта «Человек года» – Форекс Клуб. Форекс Клуб. 16 лет на мировом рынке инвестиций и трейдинга. Персональные финансовые решения нового уровня. Четвертый тур акций «Человек года» продолжает набирать обороты. Но сначала об отстающих. У них тоже есть поклонники. Плохо, но все-таки голосуют за Михаила Ерофеева и Турала Надуралиева, спасших 6-летнего мальчика. Не очень хорошо поддерживают друзья и коллеги лучшего следователя России Алексея Якушева. С ним сегодня познакомился Роман Гальперин. Молодой да ранний – это про него. В свои 22 Алексей Якушев уже старший следователь. Работать в органах начал еще студентом. В прошлом году стал лучшим следователем России. В этом тоже может претендовать на победу. Да, успехи примерно те же показатели. Причем, как это ни странно, по итогам 2013 год еще не закончился, но уже по показателям полностью удалось повторить показатели 2012 года. Алексей Якушев уже был героем нашего репортажа минувшим летом, когда стал лучшим следователем года. Тогда у молодого лейтенанта мы заметили ручную дрель, которую он сшивал дела. Сегодня у Алексея новая электрическая модель. Вот дрель новая от коллег, от замечательных осталась. И гораздо проще сверлить. Сама все фактически шьет дела. Помимо новой дрели, у следователя еще и новое рабочее место. В центр города его отдел переехал совсем недавно. Кабинет хоть и просторнее и уютнее, но есть большой минус. Сосредоточиться на важных делах мешает шум за окном. Побороться за звание «Человека года» Алексею предложили коллеги, но следователь считает, что в акции есть более достойные кандидаты на это почетное звание. Много достойных других кандидатов я там видел. Возможно, у них больше шансов на победу. А каких бы выделили участников? Ну, наверное, спортсмена Артема Чеботарева, боксера, и двух молодых людей, которые человека спасли. Все-таки это жизнь человека, наверное, важнее, чем показатели в работе. Но и сдаваться Алексей Якушев не собирается. В прошлом подающий надежды пловец до сих пор по пятницам заглядывает в бассейн. Ни на плавательные дорожки, ни в работе уступать он не привык. Ну а теперь о лидерах гонки за звание «Человек года». В тройке меняется только количество голосов. Расстановка сил прежняя. Бронза у единственного в Саратове водителя экскурсионного трамвая Веры Минаевой. В середине врач-офтальмолог Ольга Горшкова, каждый день помогающая людям обрести зрение. И впереди всех по-прежнему боксер Артем Чеботарев. Спортсмен обеспечил себе приличный отрыв. Но расслабляться все равно не стоит. Голосуйте активнее. Кто станет человеком года, зависит только от вас.